Ой, Макс, ты не видишь, что я шью? Возьми сам. Да, мам, ну тебе только руку протянуть. Вон он, ну-ка дай пульт, пожалуйста. Эх, Макс, сейчас подам. Какие вы не самостоятельные у меня. На, держи, больше не мешай мне. Спасибо, мам. Ты шей, больше не будете мешать. Сейчас мой любимый фильм начнется. Так, я не понял, а кто поставил туда цветок? Мне ничего не видно. Мам, отодвинь цветок, пожалуйста. Кто-то поставил ее перед телевизором прямо. Слушай, Макс, тебе надо? Ты это двигай. Все, не мешай, мне надо платье дошить. Ну, мам, мне идти отсюда или тебе там ближе? Ну, отодвинь, пожалуйста. Нет, ну все, ваша несамостоятельность ни в какие ворота уже не лезет. Ну что, мистер король, так нормально? Нет, мам, теперь ты загораживаешь все. Отойди, пожалуйста. Ах, ну да, простите, извините. Я могу пошить? Да, мам, конечно, чего спрашиваешь-то? Спасибо вам, о великий государь. Мам, очень громко, можно потише? Возьми наушники, если громко. Хорошо, мам, а где они? Так, все, я пошла пить чай. Или успокоительное, пока еще не определилась. Смотри свое кино или сериал, что там. Да, мам, чего ты обижаешься? Ну не слышно так. Пап, налей мне чай, пожалуйста. Кать, у тебя чайник под носом, налей сама. Ну, пап, ну я же могу обжечься. Ну ты аккуратненько как-нибудь, Кать, сколько тебе лет? Ты до сих пор не умеешь чай себе наливать? Ну, пап, ну пожалуйста, и достань еще молоко. Не, ну это уже вообще не смешно. Ты не можешь дойти до холодильника и достать себе молоко, Кать. Пап, ну ты сидишь, сзади тебя холодильник. Ну что, тебе сложно, что ли? Тебе рукой подать, а мне нужно вставать и идти. Да, лень вперед вас родилась, по-моему. И, кстати, молока нету. Как это нету? Я вчера покупала 3 пакета. Пришла, называется, попить чайку с молоком. Кать, бегай, пожалуйста, в магазин. Мам, неохота. Пусть папа сходит. Так, я не поняла, почему папа-то? Катя, иди в магазин, тебе мама попросила. Ты же сама хотела чай с молоком. Ой, мне что-то уже и не хочется чая. Ладно, я пойду поиграю. Ну, чего не утекает-то ничего? Фу, пап, по-моему, тут унитаз засорился. Ну так, Макс, возьми вантус и почисти. Вантус? А это как? Макс, вы вообще что ли ничего сами делать не умеете? Вот так. Вот, все, засор ушел, делов-то. Ух ты, точно, все прошло. Нет, ну так дело не пойдет, с этим нужно что-то делать. Даш, налей чайку, пожалуйста. А знаешь что, Саш, налей себе сам. Меня с утра уже и так дети замучили. Дай, подай, не мешай. Совсем не самостоятельные какие-то растут. Ничегошеньки сами сделать не могут. Ой, да, слушай, Даш, я тоже с утра это заметил. Может, как-то проучить их, чтобы научить самостоятельности? Ага, как, в лес их отвезти, чтобы сами с древнего периода до нашего времени доросли, да? В лес отвезти, Даша, точно! Как эта прекрасная идея могла в голову тебе прийти? Ты что, шутишь, что ли? Своих детей в лес повезешь? Я же пошутила! Даш, ты, наверное, меня не так поняла. Сейчас я тебе все расскажу. Так, проверим давление в шинах и подкрутим всевозможные болтики, чтобы этот старый велосипед по дороге не развалился. О, папа, что происходит? Мы что, куда-то поедем? На пикник? Здорово! Да, Макс, мы решили с мамой съездить к озеру. Круто, пап, здорово! Как раз погода такая суперская! Катя! А Катя уже знает, а Дианка, а Даник, все поедем? Да, Макс, поедем все. Иди, собирай рюкзак. Возьми все, все необходимое, что тебе будет нужно. Мы на сутки в палатке. Ух ты, 24 часа в палатке! Конечно, все необходимое возьму. Ну-ну. Ну все вроде, чего тащиться-то? Мы же всего на сутки. Чипсы, карты и игру, чтоб не скучно было. Там интернета все равно нету. Катенька, мы с папой решили всей семьей съездить к озеру. С палаткой. Собирай рюкзак, возьми все самое необходимое, что ты считаешь пригодится тебе в лесу. К озеру с палаткой? Здорово! Круто! Конечно, я сейчас все возьму. Мама, а нам с Даником нужно собирать что-нибудь. Нет, вы еще маленькие, я за вас сама все соберу. Повезло вам, малышня. Так, а купаться уже можно, интересно, в озере? Брать круг. Так, возьму зеркальце, заколочки, расчесочку, сделаю там прикольную причесочку. Все равно там делать будет нечего. О, и газировку. Ну все, в принципе, хватит, чего тащиться-то? Тем более мы не на машине, а на велосипеде. То все на себе тащить придется. Пап, мам, я готов. Хорошо, Макс, а ты уверен, что взял все необходимое тебе в лесу? Да, конечно, мам. Чего там брать-то, мы всего на сутки? Ну, Макс. Пип-пип, поехали-те уже, сколько можно ждать? Даник, там, наверное, Катя в лес красится. Ну вот, можно бежать. О, вся семейка в сборе. Ну что, поехали уже.
Мам, мам, сыграй еще, у тебя так здорово получается. Дианочка, давай, если только завтра. Уже спать пора. Катя, Макс, дожаривайте маршмеллошки и тушите костер. Будем забираться в палатку. Пап, да рано же еще, посмотри, как светло. Давайте еще посидим немного. Не знаю, меня уже комары закусали. Я сейчас дожариваю и спать. Макс, сейчас светло будет до поздней ночи. Это же не зима. Все, давайте забираться спать. Тем более скоро уже похолодает. Нужно в спальники залезать. Эх, ну ладно. Пойдемте в палатку. Ой, чё там? А, пух, пух! А я тебе о чём, Макс? Ай, ой, фу-фу-фу, ай, запуталась. Ой, уже утро, Макс. Только я не поняла, а где все? Вот это утро в лесу. Просыпаешься и видишь паука почти на своем носу. Макс, убей его, а? Сейчас, я его не вижу, он куда-то спрятался. Эй, паук, я тебя все равно найду. Ладно, Кать, сам вылезет. А в смысле, ты говоришь, никого нет? Они что, куда-то ушли? Кать, может, они ушли на озеро? Может быть, Макс, но пока здесь никого нет. И велосипеда тоже. Думаешь, уехали на велике? Помоги мне найти, кстати, тапку. Она где-то там, в спальнике, наверное. Кать, так сама и посмотри, чего. Я пойду, огляжусь, может, они где-то тут. Ладно, спасибо тебе за помощь. Макс, он здесь, в спальнике. Да что ты с утра пораньше-то корешь-то? Паук, а ну вылезай туда, кыш, кыш, тебе говорю. Давай, выметайся. Макс, вон здесь палки валяются. Возьми палку. А, точно, палка, я его быстро выгоню. Ой, Катя, смотри, что это тут? Катя и Макс, челлендж для вас 24 часа в палатке в лесу. Приедем завтра. Чего? Катя, я один это вижу. Ай, а вот и не один. 24 часа в палатке в лесу. Приедем завтра. Так вот, почему они нам сказали собирать с собой все самое необходимое. Макс, ты что с собой взял? Да, чипсы, карты и игру. Отлично, молодец. И как это поможет прожить в лесу? Ну, Кать, раз ты такая умная, значит, ты что-то взяла нужное. Ага, сейчас. Расческу, заколочки, зеркальце и бутылочку газировки. Я же тоже не ожидала, что родители возьмут и оставят тут нас. О, смотри, паук сам выполз. По-моему, он понял, что у нас здесь делать нечего. И кушать тоже. Как мы будем жить, Кать? Понятия не имею. Для начала пойду найду свою тапку. Ай, фу! Я надеюсь, это тот же паук, а не новенький. Или наш привел сюда всю свою семью. Тапка, тапочка, ну найдись. Ты-то хотя бы, что я в одной, что ли, буду? Я не смогу ходить босиком по лесу. Нашлась, фух. А то тут столько пауков. Фу, отлично. Ага, что отлично-то? Хотелось бы позавтракать. Давай посмотрим, может, мама с папой оставили нам что-нибудь? Ага, пустая кастрюля. О, вчерашняя вермишель. Помнишь, папа просил ее выкинуть? И надкусанная сосиска Дианки или Даника. Ну, чем будем завтракать? А я знаю. В лесу, кстати, главное, чтобы костер не потух. Иначе все. Злые голодные звери придут. И пищу мне не приготовить будет. И не обогреться никак. Поэтому давай-ка первым делом сходи за ветками. Нужно подкинуть в костер. Спасибо родителям, что хотя бы костер нам оставили. Ой, да ладно, я видел там силой трения палку о палку, можно было разжечь. Ага, за дровами, говорю, пошли. Пошли, пошли. Что нам дадут эти дрова? Есть мы их, что ли, будем? Вон, смотри, тут сколько палок. Собирай, не хочу. Так собирай, Макс, собирай. Ой, смотри, а здесь земляника растет. Ух ты, у нас будет земляника на завтрак. Или земляничный компот. Я пойду за ведерком сбегаю и все собираю. О, Кать, круто придумано. А я тогда из палки сейчас сделаю удочку, схожу на озеро, может, что-нибудь поймаю. Проживем. Мама с папой думают, что мы совсем не самостоятельны. Не, все у нас получится. Главное вместе быть. Так, какая палка самая длинная, чтобы удочку соорудить? У тебя, кстати, есть какая-нибудь заколочка? По типу проволочки, чтобы крючок соорудить? Было что-то. Сам посмотри, что подойдет, любое возьми. Еда теперь для нас важнее. Всякой там бижутерии и косметики. Так, земляничка. Иди ко мне, ведерочка. Ну вот, уже с голоду не пропадем. Конечно, не пропадем. Смотри, я сделала удочку из палки, веревки и твоей старой сережки. Макс, да ты просто умничка. Если ты еще рыбу поймаешь, так у нас будет уха и земляничный компот. Ой, а я где-то... О, да, точно, у тебя же чипсы еще были. Ну да, все сойдет. День точно проживем, а завтра что-нибудь еще придумаем.
Ну да, если зайти подальше в лес, только главное запомнить дорогу и не заблудиться. Может, грибов или еще что-нибудь найдем. Так, ну все, иди на озеро, а я буду варить компот. Мама, папа, уже вечер. Может, вы все-таки заберете Катю и Макса из лесу? Да, мам, папа, они там голодненькие, бедненькие, плачут, наверное, в лесу. Ничего-ничего, они уже большие, справятся. Слушай, Саша, я тоже как бы волнуюсь, как они там в лесу? Вдруг они искать нас отправятся, заблудятся, их волки съедят. Даша, какие волки? Это почти городской парк. Эх, ладно, ваша взяла. Поеду посмотрю, как они там. Макс, ну что, у тебя там костровище готово? Нужно варить компот, ставить на огонь. Почти, Кать, осталось только собрать. О, Кать, я не верю своим глазам. Получилось, получилось. Здорово, Макс, молодец. А сейчас почищу рыбу и будет еще уха. Круто, свежий супец. Как там они, бедные отшельники? Оголодали, поди. О, ничего себе. Катя, Макс. Вы что тут устроили? О, папа, явился, не запылился. Это мы устроили? Это вы нам челлендж устроили? 24 часа в лесу. Детей своих в лесу бросили, значит, да? Думали, пропадем тут совсем? А не. Смотри, пап, у нас готовится земляничный компот. А Катя сейчас почистит рыбу, которую я наловил. И будет уха. Так что целый день проживем. И завтра не проблема. Ого, как вы это все придумали? А чего тут думать, пап? Мы пошли в лес за дровами, чтобы костер не потух. Я нашла ягоды земляники. А Макс придумал сделать удочку и в озере рыбу наловил. Ну так вы, оказывается, у нас супер-мега-самостоятельные. А дома что, притворяетесь, а? Маме расскажу, не поверит, наверное. Организовали такой быт в лесу. Ну вы просто супер, я горжусь вами. Спасибо, пап, а ты как думал? Кушать захочешь, не такое придумаешь. Тем более в лесу есть много всего, что помогает человеку выжить. Главное это найти и придумать, как это применить, да, ребята? Ну что ж, вот такая история. 24 часа в лесу в палатке с Катей. Ну ничего, мы справились. А вам понравилось? Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал Даринелка ТВ и смотрите новые, самые интересные серии. А также подписывайтесь на канал Даринелка. Там куколки Лол и кошка Фокси с котятами ждет вас. А на канале Даринелка Плей Дарина и Макар играют в разные игрушки и путешествуют. Пока-пока!